Кафе Бухло. И вот такой у нас здесь заборчик. Сетка рабится. Сегодня число какое? 20, когда солнце вставать будет, тогда Россия будет нормальная страна. Ладно, сегодня у нас получается вторник. Вот забор идет, идет, идет. Опа, и заканчивается. Ладно, давайте смотрим дальше. У нас получается, что это строительная площадка, нам что-то плохо видно. Вот, так светлее. Получается, завезли гравий. Тут сняли асфальт. Асфальт. Здесь у нас строительный мусор. То есть получается. Строительные площадки, но тут же у нас почему-то остановка общественного транспорта действующая. Где ограждение? Дальше идем, смотрим на... ну тут еще в бар можно зайти, если что. Вот я сейчас не понимаю, я внутри площадки или снаружи. То есть вот качеству забора больших претензий нету. Вот так надо делать. Ребят, походу это ворота, да? Въезд. Вот у нас паспорт объекта. Захоров некий СВ. Да. То есть вход здесь свободный. О, здесь сделать. Ну ладно, с той стороны не будем ходить. Здесь смотрим, у нас сетка. Но она почему полиэтилена? Ну и как-то надо. Это повыше она совсем. То есть по ней можно халтуру сейчас перелезть. Ну, не знаю. Можно было рыбацкую сетку топать. Но что-то ребята получается с высотой маленькой. Я и выше. То есть у меня голова как бы, не знаю, давай. Вот я на уровне все снимаю. Полметра можно. То есть давайте сейчас сравнение сделаем по-другому. Вот высота этого забора и того. То есть тут забор выше. Получается. Вот этот вот высота. По колонне смотрим. Выше риски, да? А здесь ниже риски. То есть, ну, поднимать надо сантиметров на 30. Какую-нибудь конструкцию проделать. Идем дальше. Строительный мусор. Обрезки, то есть вот это у нас нарушение правил пожарной безопасности, еще тем более рядом с остановкой общественного транспорта, окурки и прочее. Ну и дальше мы видим, что даже вот у нас это не подставной, что вот люди свободно пересекают. Такая вот у нас история. Здесь это не сторож был? Нет, равнодушный. Какой сторож, когда все открыто? Заходи, бери, вывози все, что хочешь. Так, получается, ну давайте пройдем на ту сторону. То есть тут у нас какой-то контейнер, да? Убьют и сюда забросят, и долго не найдут. Так, дальше идем. Идем, идем, идем. Стройка идет уже не первую неделю. Здесь мы тоже видим элемент конструкции ограждения, но почему-то он одиноко стоит и не. Ну и дальше смотрим, у нас вот старое чугунное ограждение, там полметра роста. Такого ограждения, можно ограждение было прикрепить к ним. Так. Дальше проходим. Идем, идем. Здесь тоже какое-то одинокое ограждение стоит. И цепь. Но цепь 30 сантиметров, да и плохо видно. В принципе, перешагнуть несложно. Ну и получается дальше. А ну вот все пешеходы ходят по той стороне. Так, дальше. Газоны. А, вот. И какая-то бельевая веревка висит. То есть, ну, это джингл-беллс не хватает только.
Вот, ребята же стремились. Деревяшки приделали. Но сюда хотя бы эту свою пластмассовую зеленую прикрепить можно. Сверху натянуть только надо проволоку какую-нибудь. Ну, какой-нибудь трос, чтобы держалось, не падало. Но видим, что вот эта вся халтура у нас до самого поворота. Идем дальше. То есть у нас неравнодушный гражданин по строительству все это там снимал. В вечернее время ночью не будем рассказывать. И смысла нет. Идем дальше. Так. У нас окопы выкопаны. Это чтобы дети свалили, да? Опасно это. Не знаю, может там это как кино снимают, приключения итальянцев в России, часть не, там 58-я. А 321-я сибирская. Да. Вот, особенно вот эти вот разбитые гостиные ряды, они очень хороши. Тут даже это фашистов не надо. Потому что как наши чиновники, они похлеще любых других. Да, и кстати, вот наше зеленое ограждение, пластмасс, здесь заканчивается. Дальше здесь свободный проход. И ну, здесь набросано, получается, помост. Мостик. Из. Дальше мы движемся. Строительные материалы. Ага. И опять появляется вот эта сеточка пластмассовая. А, она сама по ширине не очень высокая. Но наверху надо чем-то фиксировать. Колючку какую-нибудь. Потому что, ну, реально, как рыбацкая сеть болтается. Еще и на ветру. Конечно, от животных она, да, спасет. От несанкционированного проникновения. Но наверху что-то надо протянуть, потому что, ну, человек пьяный, он даже перейдет. А вот эта штука упадет, кстати, конструктивно. Ограждение установлено так, вот с подпорки, что они защищают от прохода с этой стороны. А с той стороны, то есть они будут падать. Потому что упора нет вот с этой стороны. Вот так вот. Дальше идем. Идем. Ну вот тоже видим, уже свисает. Ну, человек по пояс, по грудь. Что-то резко с ним может навестись. Вот. Получается, идет. И что-то здесь заканчивается. Если там посредине разрыв был. Наверное, надо было полностью закрыть основательно с тех сторон. Вот зачем эти проходы оставлять? Не знаю, там магазины, не магазины. Ну, все, попали под строительную площадку. Закрываться надо. Так. Там мы снимали то, что нет ограждений. Но мы там еще проинспектируем. Там вот есть фрагментами установлено. Это как дырявая рыбацкая сеть. Сейчас пройдемте дальше. То есть у нас основные заходы отсюда и оттуда. То есть здесь у нас эти веревочки висят. То есть сигнализация и ограждение — это две разные вещи. То есть ограждение должно физически ограждать от несанкционированного проникновения лиц, то есть людей, и также животных. Получается, где у нас выход? Выход мы не можем найти.
Тут закрыто, что ли? Да, тут не пройти. Перекрыли все. Основательно. Ну, вот это хорошо закрыли. Тут вопросов нет, а тут техника стоит. Там что выход есть, с той стороны. Так, здесь у нас что получается? Ну, здесь заборчик тоже высокий, надежный. Здесь тоже выхода нет. А, вот здесь выход. То есть забор идет и заканчивается. Тут у нас веревочки натянуты. Ну, вот высота забора. Покажу, как я перешагиваю. То есть вот даже мужским достоинством не это. Просто гуляем. Что? В чем вопрос-то? А? Вас плохо слышно? Завтра на чарту скажем, ходили вечером, двое снимали. А вы кто? Вы заходите, снимаете. В смысле? Я сегодня первый раз снимаю. А вы кто? Не, я рабочий здесь. Вы рабочий или сторож? Сторож. Вдвоем со сторожем. Вон, до вам подходил же только что. А что забора-то нету? Ну, я не знаю, как начальство разъедет. Какое начальство? На каждое начальство. А это что, это пластмассовые эти ограждения, да, будут? Да. Ну, а что, мы оттуда зашли свободно? Там вообще проход. Там открыли специально, видно, надо, чтобы люди куда-то к остановке. Да кого, как-то там каналы разрыты, ноги переломали. Не-не, туда, там, на светофоре. Нет, там вообще с этой, как и получается. Ну, вот я зашел, вы там стояли на ограждении. А вы там что дальше будете делать, даже где эта остановка, да? Ну, остановку закрывать надо, переносить. Будут закрывать. Ну, дебилы, блин. А там люди прямо раз и... Что сказать его, кто мы? А? Нам, мы завтра-то начальству все равно скажем, доходили, снимали. А, ну не, ну говорите, конечно. А кто снимал-то, что сказать? Кто снимал? Эти? Граждане? Граждане. Общественники? А-а-а. Не, а они сами узнают. А, узнают, да. Ну, конечно, куда денутся. Просто поинтересоваться, что с ним. А в чем суть-то? Суть в том, что это ограждение, это нарушение правил техники безопасности. Вот мы зашли и все, и потерялись. Ну, тут. Любой пройдет, считайте, да, зайдется. Ребенок там упадет раньше. А, вообще, по правилам безопасности, до начала проведения любых работ, ну, это начальство должны ограждать. Ну, а вам-то претензии какие? Конечно, начальство. Конечно. Не, ну вы охраняете. Мы же тут ничего не воруем, не ломаем. Интересоваться я у вас. Не, ну вот, я вам ответил. Ну, как есть. Боже, ну. Боже. Да мы что-то шли, раз, уже здесь это... Но этот ваш вагончик-то, походу, это должен внутри территории быть. Ну, тоже так думаю. Пошло на улицу. Но вы как это будете? Вы же там не видите, что происходит. Он где-то посередине там должен быть. Вот там на углу, мне кажется, чтобы обзор-то был получен. Да? Либо два эти. Не-не, понятно, вы-то, конечно, вы. Люди подневольные. Ну ладно. Вот вагончик стоит, почему-то все неправильно. Так, вот здесь тоже прокопали. Кстати, ну, кто-то может посчитать, что это уж придираюсь очень сильно, да? Но получается, вот здесь работу провели. Вот на высоте моего колена, да? А человек можете на те пройти и упасть. Если работы проводятся по бордюрному камню, то, соответственно, ограждение должно быть по границе площадки. Ну, может даже чуть-чуть выйти. Поэтому вот где граница, здесь участок, наверное, дальше зайдут. Здесь поставили. Участок. И, ну, и по-хорошему вот такие вот ограждения даже по всему периметру. Как бы уже был прецедент по ледовому городку,
почему даже комитету, там, не знаю, муниципальным органам, заказчику самому не закупить такие ограждения в большом количестве и, ну, потом их сдавать в аренду тем, кто выиграл. То есть не за баснословные деньги, а вполне за умеренный плат. Тем более у нас сейчас это всякое импортозамещение. Почему их и не производить? У нас сейчас бум строительства, освоение средств. В принципе, вот это вот забор, я думаю, достаточная высота. То вот на самом входе только поставили. То есть эти вот оградки. Ну вот здесь вообще видим какие-то нитки, а здесь вот просто дырка. Подхожу. Просто дырка. То есть дальше идем. Видите, у нас получается длинная. Будет, скорее всего, для Ютуба больше. Ну, забросим на сайт неравнодушного гражданина. Пусть смотрит. Ну, здесь тоже дырки. В принципе, такие железные поставить. Главное их вот тут сцепить по-хорошему. Все нормально будет. Но вот эти вот ямы, конечно, не пугают. Если человек вот с этой стороны будет перелазить, тоже, то он может споткнуться, поломаться. Здесь у нас вообще много ограждений повреждено. Ну, в принципе, понятно, что люди с той стороны, если вход свободный, они заходят, они ищут их где-то здесь. Где-то здесь выходит. Ну, видно, что здесь лент тоже спустили. Видимо, дефицит вот этих железных элементов. В принципе, это можно установить. А, ну вот дальше. Вот он. Трассология. Сейчас плохо видно. Вот они все следы. Весь народ, он вот здесь перелазит. И здесь вот как раз земли меньше, нету этого перепада с тротуара, они вот и считают, что это безопасно. Ну, в принципе, сейчас и движемся к завершению. А, ну и здесь, видимо, народ перелазил. Потому что эти веревочки оторваны. Вот забор, в принципе, вот такой должен быть. А, и у нас опять паспорт объекта здесь. То есть идет. Заборчик этот бац. И все. Дальше вот какой-то это. То есть заказчик. А заказчик у нас кто? Муниципальное объединение, комитет городского хозяйства со своими должностными обязанностями относится халатно. Так что будем разбираться.